Мир вокруг нас – это книга. И тот, кто не путешествует, прочитал только одну ее страницу. Для любознательных взрослых и детей на Большом Утрише инициаторы создания Центра изучения Черного моря открыли в этом году несколько интереснейших проектов. Экологическая тропа среди можжевельников вдоль кромки Черного моря – увлекательное путешествие, открывающее горизонты понимания, в каком удивительном месте мы с вами живем. Автор и руководитель проекта Юлия Зайцева – настоящий патриот родного края и хорошо знает, что собирается сказать людям. Показать красоту родной природы. Это первое, конечно. Второе – это привлечь внимание к проблемам экологии, прививание самого поведения в природе, что важно, тем более для подрастающего поколения. Показать и рассказать, как влияют загрязнения, в том числе и мусор, который оставляют туристы после себя. Большой Утриш называют иногда местом силы. Однако среди эндемиков и реликтов вполне современный мусор. И он говорит о том, что нашим туристам еще рассказывать и рассказывать о той беде, что несет с собой обеспеченность. Обычная батарейка – настоящая бомба замедленного действия. Под действием ливневых дождей оболочка разъедается, и все тяжелые металлы попадают в почву. Любой может проверить мои слова. 20 квадратных метров земли отравлены. Ихтиолог по образованию Юлия Владимировна вовлекла в свой проект ученых университета имени Ломоносова. У туристов, приезжающих на Большой Утриш, появилась теперь возможность увидеть Черное море под микроскопом. Мы сейчас запускаем новый проект. Будет называться проект «Мир в капле воды». То есть мы действительно вместе с институтом и кафедрой гидробиологии института имени Ломоносова, МГУ Москва, они нам будут помогать. Такой проект, который раскроет такие темы, как влияет загрязнение на воду. Мы увидим мир в капле воды. То есть специальные лаборатории, которые сейчас у нас уже практически в стадии завершения, дети и взрослые увидят под микроскопом воду, создадут опытные образцы и сами произведут такой эксперимент. Загрязнение воды и что происходит, то есть визуально, не тогда, когда мы говорим, что да, проблемы водных биоресурсов, а это все мы увидим. И, конечно же, специалисты это все разъяснят. Вовлекая детей в изучение окружающего мира, Центр изучения Черного моря несет с собой очень важную миссию. Для нас очень важно, чтобы подрастающее поколение смотрело не только в свои гаджеты, но и понимало, что они унаследуют эту планету, они здесь станут хозяевами через некоторое время. И точно так же эту планету передали бы своим детям. Туристы ищут чудесные места, чтобы, сливаясь с природой, насладиться открытиями. На Большом Утрише их будет много.